for the game. However, for your safety, we recommend to you that you sit down, fastened well seated. Виталий Фритон сделал мне небольшой подарок, купил себе и мне последнюю книгу Акунина про Фандорина. Вот он ее сейчас начал читать, она у меня пока лежит в очереди, потому что у меня есть уже список книг, которые я должен прочитать до того, как я дойду до Фандорина. Я просто стараюсь читать, потому что мне нравится читать, и я люблю читать именно книги. Да. Витя Ряб у нас любит аудиокниги, у меня как-то аудиокниги не очень, я люблю именно, чтобы были странички, чтобы чувствовать. И сейчас начал читать новую, вот, Михаил Зыгарь, «Империя должна умереть». В школе я больше баскетболом занимался, да, чем хорошо слушал на уроках. А сейчас, когда есть время, да, я стараюсь изучать. И вот поэтому также читаю историю российского государства Акунина. Да, там идет прямо от самого основания, через ордынский период. Да, и сейчас семья Романовых у меня. Вот сейчас закончилось правление Петра I. Я жду, когда выйдет новый том. То есть сейчас с этой книгой я перепрыгнул чуть-чуть на 200 лет вперед, но ничего, я думаю, что я потом наверстаю. Ребятам, да, обычно закачиваю сериалы во время полетов. То есть я в свое время посмотрел много сериалов, когда играл за другой клуб, и было много перелетов, много сидели в аэропортах, да, много ждали, и поэтому какая-то у меня своя коллекция есть. И ребятам, да, как бы ничего сложного, закидываю на iPad, на гаджеты. Вот Никите сейчас закинул старенький сериал «Клан Сопрано», там 6 сезонов, про итало-американскую мафию. Вот, но ему нравится, вроде смотрит. И так, в принципе, Витя Хряб тоже, у него тоже хороший вкус. И, ну, практически мы все смотрим одни и те же сериалы. Сейчас «Острые козырьки» закончили практически всей командой. Я как бы смотрю сначала сам, и потом уже, как сказать, не советую, а что записывать ребятам. То есть не хочется подводить их, записать им не очень хороший сериал, потому что потом это все вернется мне.